Специальное предложение только сегодняшнего дня от компании Parafarm. Это Osteomed Forte. Именно сейчас, когда на улице холодает, перепады давления, сырость, слякоть и холод, наши суставы нуждаются в особой поддержке. Уже сейчас врачи-ревматологи готовятся к масштабному наплыву пациентов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Именно сейчас самое время начать прием препаратов, которые будут укреплять, восстанавливать ваш костно-мышечный аппарат. Именно Osteomed Forte. Курс на 2 месяца по специальной цене – это главное предложение сегодняшнего дня. И расскажет об этом особенном препарате основатель компании Parafarm Дмитрий Геннадьевич Елистратов, который сегодня приехал и привез скидки и лучшие предложения. Расскажите, для кого этот продукт необходим в первую очередь? Ну, во-первых, для всех, у кого уже болят кости. Это может быть даже дети, то есть это у кого произошли переломы. То есть остеомед ускоряет сращивание переломов. Феноменальное действие остеомеда. То есть выигрыш при средней тяжести перелома 2 недели. При тяжелых переломах выигрыш больше месяца. Вот всем, кто принимает, вот посмотрите, пожалуйста, всем, кто принимает препараты, которые разрушают костную ткань. Вот об этом многие врачи просто не говорят, что нестероидные противовоспалительные средства. И сейчас активно рекламируют, что заболел, сразу НПВС. Вот. Применяют, они все разрушают костную ткань. Глюкокортикостероиды, эльтироксин. Вот я сегодня шел сюда на телеканал, разговаривал с женщиной. Я говорю, ну, вижу, что у нее больная щитовидка, видно по ней. Вот, я говорю, принимаешь эльтироксин? Да, говорит, принимаю. Говорю, тебе сказали про кости, что у тебя она будет разрушать кости? Она говорит, нет, не говорю, кости болят? Говорит, болят. Вот, я говорю, ну вот, обрати внимание, тебе надо обязательно принимать остеомед для того, чтобы предотвратить разрушение костей, потому что скоро ты станешь инвалидом. Вот. Антибиотики, которые вот сейчас вот, ну, активно используют цефалоспоринового ряда, они все разрушают костную ткань. Препараты, которые снижают давление, таблетки, если от давления принимаете, они все разрушают костную ткань. Противодиабетические препараты. И в результате разрушение костной ткани летит хрящевая ткань, и человек начинает болеть еще больше. И вот посмотрите, вот возраст пациента 93 года, вот феноменальное действие остеомеда, вот создатель Струков Илор Иванович, он 50 лет исследовал костную ткань. Угу. Он объяснил то, что до него не могли никогда объяснить врачи. Почему, допустим, остеопороз и атеросклероз сосудов развиваются одновременно? Почему артриты никак не могли быть вылечены? В честь чего это вдруг организм начинает атаковать свои собственные клетки? Почему этот артроз, наросты на костной ткани и остеопороз, когда говорят, кальция не хватает, развивается одновременно. И вот он обнаружил вот эти полостные образования в кости. Это вот кариес костей. Вот обратите внимание. Вот этот кариес костей приводит к тому, что вот так вот идут переломы. Этот кариес костей приводит к тому, что артрозы начинают расти. И вот этот кариес, это место гниения организма клеток костей. В результате здесь начинает воспаление, артрит. И вот создав остеомед, мы увидели, что костная ткань стала восстанавливаться. И вот этот случай, смотрите, 93 года. 89 лет. Посмотрите, какие большие полостные образования. Идет восстановление. На фоне приема остеомеда 6, 9, 12 месяцев идет восстановление костной ткани. И вот самое-то важное. Вот переломы идут вот так вот. Вот эти полостные образования. Вот Анна Михайловна, она 3 года принимала препараты кальция с витамином D3. Думала, что себе помогает. Ничего подобного. Вот этот кальций, который она накушала. А вот это полостное образование. Оно со временем все росло, росло. И вот так вот это мог перейти перелом. Вот остеомед Forte восстановил костную ткань. И я вот всем говорю о чем, что прием остеомеда, вот если вы начнете сейчас принимать, вы будете ходить безопасно. Вот сколько бы вы ни упали, вы не сломаете. Вот если вы начнете принимать остеомед сейчас. Да, успевайте дозвониться, это главное предложение сегодняшнего дня, и вы получаете сразу 2 упаковки. Это 240 таблеток и срок годности 2 года. Это хватит на 2 месяца приема. Компания Parafarm уже известна в 77 странах мира и имеет, только вдумайтесь, в своем арсенале 455 мировых патентов. Вы можете заказать 1 упаковку, и это цена 1299 рублей. Но заказывай комплекс из 2 упаковок,
упаковок вы экономите практически 800 рублей, а главное, вы укрепляете свои связки, суставы, хрящи и предотвращаете развитие остеопороза. У вас будут крепкий костно-мышечный аппарат. Набирайте наш номер телефона, успевайте дозвониться. Натуральный, безопасный продукт, который входит в 100 лучших изобретений России, отмеченный, кстати, президентом Российской Федерации. И вот посмотрите, врачи оставляют свои отзывы. Давайте послушаем. Внимание на экран. Я акушер-гинеколог со стажем более 30 лет. Я хочу сказать, что этот препарат, я познакомилась с ним на одной из конференций в Сочи. Попробовала сама и очень осталась довольна. По крайней мере, за 5-10 лет я его несколько раз принимала. И за все это время у меня не было никаких проблем у самой. Ни болей в костях, ни болей в суставах, ни одного перелома. Я его с удовольствием рекомендую всем своим пациентам в пременопаузе и в постменопаузе, на фоне еще и менопаузальной гормональной терапии. Прислушивайтесь, пожалуйста, к рекомендациям доктора. Расскажите, как правильно принимать? И можно ли принимать, если назначены препараты доктором? В общем, этот остеомед принимается вот женщинам старше 50 лет. Две таблетки утром, две таблетки вечером под язык. Лучший способ приема за 20 минут до еды или 30 минут после еды. Да. Это лучший способ приема. Остеомед лучше использовать всегда с чем? С одуванчиком. Так. Почему? Потому что болят чаще всего хрящевая ткань. Угу. И люди, многие принимают препараты глюкозамин хондроитинового комплекса, но они не понимают, что они не могут родить хрящевую клетку. Глюкозамин хондроитиновый комплекс, он кормит, когда клетка хряща родила, есть родившийся. Так вот, остеомед что делает? Он рождает мезенхимальную клеточку, mm-hmm. вот, а одуванчик ее перерождает в хрящевую клетку. А питонус кормит хрящевую и костную клетку. Mm-hmm. То есть важно не только родить, важно еще и накормить. Вот это обеспечит апитонус. И селен-био повышает это эффективность остеомеда, одуванчика за счет того, что он улучшает эту выработку синвиальной жидкости, чтобы хрящ не стирался. Записывайте: остеомед, апитонус, одуванчик, селен-био. Заказывайте комплексно. Заботьтесь о своем здоровье, будьте здоровы, оставайтесь шоп-н-шоу и делайте покупки на 5990 для бесплатной доставки.